Война не терпит никакого снисхождения, не терпит возможности относиться к окружающему миру как-нибудь иначе, как жестко, неприемлемо, и в то же время сохраняя в сердце и душе большую любовь. Я начал с должности командира взвода управления батареи артиллерийской. 24 марта наш фронт перешел в наступление по направлению на Чехословакию. В первом же бою, когда мы брали город Зарау, меняя боевые порядки, вместе с командиром бригады находясь, я попал непосредственно под прямую наводку артиллеристов немцев. Руководство командования бригады, к сожалению, в этом бою погибло. Меня спасло то, что мы были около дома, и мне командир бригады сказал: «Зайди-ка в этот дом, посмотри, не можем ли мы там разместить штаб нашей бригады». Я сделал буквально пару шагов, входя в дом, когда по этому дому немцы выстрелили прямой наводкой двумя снарядами. И я оказался в палате умирающих. Медицина чувствовала, что она бессильна им оказать помощь. Возили на рентген, где на спине зеленкой отмечали уровень жидкости в легком. И вдруг какой-то из ней врач говорит: «Смотри, а у него сегодня поменьше». Появилась какая-то внутренняя надежда. Через день еще меньше. А дальше начало убывать. Страх – это потерять близких тебе людей. Я в жизни такой страх пережил. Мир – это жизнь, это счастье, и это одновременно огромная ответственность, в первую очередь, за то, чтобы мир на земле всегда существовал.